Мальчишки с азартом запрыгивают в старинные автомобили. Выставка с мужским характером привлекает и девушек. Фото на память в семейный архив о победе в Великой Отечественной. Мужчинам интереснее винтовки и обмундирование. Я люблю всю технику, особенно военную технику. Просто как посетитель. Здесь как посетитель я подошел посмотреть просто. Лежит автомат, принарядился. Все экспонаты кропотливо собирает военно-патриотический клуб. Они сражались за родину по деревням, лесам и даже мусоркам. В умелых руках старая железяка преображается и становится символом истории Великой Отечественной войны. Додж, который стоит за моей спиной, его пригнали, даже не пригнали, а привезли в разборном виде с Забайкалья. То есть это просто валялось все это в степи. Из трех машин собрали две заново. Пополняется с тяжелом, с трудом, но вот недавно нам завод «Салют», скажем, подарил очень интересную единицу. Это миномет 82-миллиметровый, который был найден в здании Милинца рядом с домом Павлова знаменитым. Пушки, пулеметы, машины, автоматы, гранаты. Выставка изобилует военными экспонатами. Во время Великой Отечественной войны над лесами Белоруссии пролетал наш самолет Ил-2, который сбили фашисты. Белорусские партизаны, недолго думая, нашли этот самолет и разобрали. Нашли пулемет, который остался в рабочем состоянии. И собрали вот такое настоящее партизанское орудие. Увидеть и потрогать уникальные экспонаты можно до 7 мая, после чего техника отправится готовиться к параду, который пройдет в День Победы. Марьяна Мирная, Максим Гусев. События.